В студии программы «Прямой эфир» на канале «Россия» семья таежных отшельников Антипиных, которые лет жили в небольшом самодельном доме вдали от населенных пунктов. В году Анна Антипина решила с детьми вернуться к людям. Она обратилась за помощью в ближайший поселковый совет, который помог ей и детям перебраться в деревню. Спустя лет жизни в глухой тайге Анна Третьякова Антипина с четырьмя детьми начала новую жизнь в цивилизации. Для нее самой она была привычна, но забыто. А вот ребятам, которые родились и выросли в тайге, все было в диковинку. За время жизни в тайге дети фактически превратились в Маугли. Младшей дочери было проще, на тот момент ей было года. Лет было сыну Мише, его отправили сразу во второй класс, летнего Виктора — в четвертый. Сложнее всех пришлось Оленье, ведь ей было уже... Оленья еще долгое время не могла смириться с новой жизнью. Девушка часто навещала отца, который остался жить в тайге. После смерти мужа Виктора в году Анна Третьякова Антипина вышла замуж и родила еще двоих дочерей – Снежану и Светлану. Недавно женщина впервые спустилась в метро. По ее словам, под землей она чувствует себя некомфортно. Повзрослевший сын Анны Михаил пришел в студию программы «Прямой эфир» и рассказал о том, что ему было непросто привыкнуть к городской жизни. По его воспоминаниям, больше всего детей удивил телевизор. Телевизор для нас это было из мира фантастики. Я помню, что мы очень долго смотрели телевизор. Смотрели близко. Я подходил к телевизору в упор. Мне казалось, что я увижу сейчас людей. Я погружался в него как в картину, рассказал мужчина. Михаил признался, что сверстники в школе долгое время дразнили его. Тогда это было остро для нас. Мы были как чистый лист бумаги. Мы плакали. Это эмоциональное потрясение для детей. Надо было, чтобы психологи работали. Этих психологов нам заменили учителя, объяснил он. Сейчас старшая дочь Оленья живет в Тайшете. Ей, Виктору, года, он тоже живет в Тайшете. У него семья и дети. 2 года назад сыграл свадьбу летний Михаил, а год назад и самая младшая, летняя Олеся, вышла замуж. Они с мужем ждут общего ребенка. Как сложилась судьба Виктора Антипина? Об этом смотрите в программе «Прямой эфир» на канале «Россия». Все выпуски представлены на платформе «Смотрим».